одном неслучайном кафе встретились трое неслучайных людей. Встретились они по неслучайному поводу. Неслучайным поводом для этой неслучайной встречи послужило открытие нового, неслучайного арт-пространства для неслучайных молодых художников. И первой неслучайной ласточкой в этом неслучайном арт-пространстве является Юля Жаркова. Она сейчас расскажет вам о поводе, по которому мы встретились, о случайном чаепитии. Ну, в первую очередь, я очень благодарна людям, которые вдохновили меня на то, чтобы создать еще несколько работ и закончить ту идею, которая уже давно была в моей голове. Мне когда-то пришла идея рисовать чай. Это на самом деле довольно просто. Нужен очень сильный концентрат чая. Получаются такие рисунки в духе китайской классической живописи. В общем, довольно любопытно. Оказалось, что действительно это можно воплотить. Вот. И эти идеи вот каким-то чудесным образом оказались сейчас на этих стенах. Чему я очень рада. Вот. Ну и, как сказал Сальвадор Дали, не стоит бояться совершенства, оно все равно недостижимо. Поэтому я его не боюсь и буду стремиться к совершенству, а вас прошу не судить строго. Вот, и спасибо. И ответ на чай. Мне хотелось бы представить одного из тех троих неслучайных людей, которые встретились здесь по неслучайному поводу. Это Олег Токаренко, совладелец данного арт-кафе. Добрый вечер. Спасибо всем гостям, кто пришел. Нам действительно очень приятно участвовать в культурной программе нашего города, представлять художника, или первый художник в нашем кафе, это Юлия Жаркова. Очень приятная девушка с очень интересными работами. Вообще-то она дама. Не суди по себе. И в Одессе, да, принято говорить дама. Хорошо, хоть будет дама. Нам действительно очень приятно всех вас здесь. Да, у вас на пересыпи говорят Одесса. Что мы будем вас радовать разными и другими культурными событиями. Спасибо всем за участие, спасибо организаторам. Приятного чаепития. И приятного чаепития. Спасибо. Хотелось бы добавить в завершение, что в данном неслучайном арт-пространстве это не последняя далеко выставка неслучайного молодого художника. Они у нас будут происходить с периодичностью в один месяц. А еще мне хотелось бы представить сегодня неслучайных гостей. Это небольшой экспромт, вам подарок. Через 10 минут начнется неслучайный концерт, но пока что я хочу представить Виталия Лисенко, Мирослава Техника и Тараса Кузнецова. Через 10 минут начнется концерт, а сейчас добро пожаловать, выставка номер 1 в неслучайном пространстве, неслучайная выставка открыта. Да. Не, просто, просто. Я не хочу. Мама. Я уже не знаю, что делать.
Там дают задний свет, да, перебивать. Понял? Да, на 2 секунды будет интересно. Ну просто самотоха не нужно. Да. Я прошу, вы прикрепите между собой взаимодействие.